Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Виталий Дуля, я представляю компанию TerraSoft. Ну, вкратце о компании. Компания TerraSoft была основана в 2002 году. Специализируется компания на разработке CRM-решений и их внедрении. Вот за 10 лет существования компания стала лидером в области CRM на рынке СНГ. На текущий момент главный офис компании находится в Киеве, есть представительство в Москве и в Лондоне. И, собственно, в компании работает около 400 человек. Если говорить о продуктах, которые мы разрабатываем, то, как я уже сказал, это CRM-решение. Вот наши CRM-решения базируются на собственной платформе для разработки бизнес-приложений. Нашим топовым продуктом на текущий момент является продукт BPM Online CRM версии 7.0. Этот продукт, фронт-энд часть разработана с использованием JavaScript. Бэк-энд – это платформа .NET, собственно, язык программирования C-Sharp. И в качестве SUBD используется Microsoft SQL Server либо Oracle. Если говорить о развертывании приложения, вот звучали вопросы, то в том числе мы работаем в облаке, поэтому задачи, скажем так, сводятся не только к разработке, но также и к поддержанию работы приложения в облаке. По методологиям разработки преимущественно используются гибкие методологии. В большинстве команд это Scrum, некоторые команды работают по Kanban. Собственно, в завершение, наверное, хочется сказать, что как и весь рынок CRM, компания TerraSoft очень стремительно растет, поэтому нам постоянно возникают новые задачи, для которых мы интенсивно ищем разработчиков, которые, собственно, способны задачи эти решать. Окей, вопросы. Что такое FlexiTime? FlexiTime – это график работы, при котором вы можете приходить на работу в удобное для вас время в определенных пределах. Ну, если вы приходите в 2 часа дня, то, в принципе, как раз в 11 вечера заканчивается рабочий день. О, вопрос. Печеньки? Нет. Вы сами на себя работаете или у вас есть какие-то заказчики? Что вы имеете в виду сами на себя? Все ваши идеи вы сами придумываете, разрабатываете или вам? Да, это наши продукты, компания полностью украинская, то есть у компании нету владельцев. Это преимущество. Да. Вопрос. Вот Даня. Да, у нас, кстати, буквально завтра объявлен релиз приложения мобильного, собственно, для работы с CRM-системой. Да, и это приложение пользователи могут кастомизировать под себя, то есть фактически это платформа для разработки мобильных приложений. Мне кажется, что остальные скажут. Как часто вы делаете релизы? На самом деле в компании очень большое количество продуктов, но вот на нашей платформе мы разрабатываем массу отраслевых продуктов. И у них у каждого есть, ну, скажем, свой цикл разработки. Некоторые релизятся один раз в полгода, какие-то релизятся раз в месяц у нас бывает такое, что нужно выпускать. Может, не нужно. А кто вам нужен? Нужны разработчики, как я уже сказал, собственно, разработчики JavaScript, разработчики C-Sharp. Все, последний вопрос, больше времени. Если вы продукт скилл, BPM Online, оно пересекается с функционалом или не в курсе скилла? Скилл-то? Я, к сожалению, не вот. А вот с интеграцией с уровнем... Спасибо. Спасибо.